Добрый вечер. Была в городе, ребята, и вот эта маска, я не знаю, почему такая разрыдель, от того, что на рыбалке у меня как-то лицо подгорело, или вообще, вот видите, какое красное вот здесь, прямо чувствую, что аж пече, вот эта маска. Сейчас без 15:05 позвонил Вова с Леной, говорит, мы уже не бачились, наверное, 2 месяца, это точно. Лена каже, я наварила вареники, я говорю, да ну, вареники, конечно, это хорошо. Приходьте в гости. Так мы сейчас пойдем, я возьму там селедку купила огурцы свежие, тушенки пару банок, бутылочку. Пойдем сейчас, клянусь кисловой, посидим, потому что дуже давно не бачили за цей роботи, за этими проблемами. В каждого свои проблемы, но нужно находить время для того, чтобы не растерять своих друзей, потому что то деньги, то здоровье, то еще что-то, надо посидеть и пообщаться хоть чуть-чуть. Так что мы сейчас идем к сборникам в гости. Слышу, вы говорите, а нас приглашали или нет? Ну, конечно, не приглашали, но Лена знает, что там, где я, там и вы всегда. Так что не переживайте, идемте. А те, кто плохие комментарии пишет, да пусть смотрят, пусть пишут, боже мой. Я еще нахожу время, сама себя за это ненавижу, что я еще этим людям отвечаю. Нормальным не отвечаю, а вот таким, которые так и хотят меня обрызгать говном, желчью. Знаете что, как говорится, Бог с вами и над вами. Я вам желаю только здоровья, и все ваша желчь останется при вас. Она у меня своей полно, ко мне не перейдет. Так что потихонечку покажу что-то. Ты собрался уже, все, да? Идем, пошли. Эй, какая сумка, как у Деда Мороза. А кому это ты оставил на порозе? Все, не берем. Не берем, Светочка, твоя водочка. Давай. Смотри, не берем, зачем? Давай сюда. Все, пошли мы в гости. Помните, мы так выходили? Саша в первый класс шла, вот здесь стояла. Потом в последний, в 11 класс. Мы с этой улицы уезжали. Так стоит бабушка, мама, бабушка. Пока мы с Маш за поворота там скроемся. Стоите, махай, махай. Я вот так сейчас это все вижу. Борься. Здравствуйте, Елена Батьковна. Привет. Как там, вот там надо, как президенты, вот так чекать они там, вот так локтями. Боже, ты вже чекмардер навела. Ну нічого, ти знаєш, слышишь, може надо почитати інформацію, може надо кислою водою подливати це хвою. Одна пропала, викинула оттуда. Ну що, вони підросли, Лен. Вони підросли. Привет, Максимка, ты куда уходишь? Да. Привет. Я там тебе вкусное принесла. Ну ты ж прийдешь. Да я же пішов за якимсь сладеньким. Ой, боже. Леночка, ты похудала. Ты похудела. Я поправила, знаешь, на скільки кілограм? На скільки? На 75 кілограм. А скільки було? А, так у тебя еще тут туяки, глянь. Нормально все, Лен. Слава Богу, виросту. Дивіки гарні. Ну, вона їх зовсім маленькі. По 30 рублей ти брала, да, Лен? По 30 гривень. Залізла в 9 часов на кухню, а це ті сумки. Опять мила кухню. Ні, їсти, вареники їсти. А, господи, ну що ти? Бут перетягли, ви бачите, який бут. Якраз альпійська горка буде. Я тобі зараз покажу, що там сарай, і ти умрєш. Да? Порядок навел? Там спати вже можна. Бачите, як красиво. Бачите, от якийсь цвіток насадила, Лен, що це? Нарциси, якась травичка там. Ой, молодець, клумбу зробила, очі так хорошо. Ні, ну все одно, хорошо. Зробили, і мебель оця така класна, взагалі, просто красота. Куріля. А ось котик. А котик що тут сидить? А то, що в нього... Привіт, Альф. У нього нокдаун. Альф, тебе теж локдаун или кто там у тебя? Ой, боже. Джонечка. Так ты ваш котів мамородных и база. Джонечка, как дела твои? Джоня. Смотрите, це друг сексодромный, вот такий тоже и по цвету. Смотри, выбрал себе пару. Це твій друг? Це твій друг? Ти хочеш вийти? Ну, давай. Сейчас я випущу. Давай. Виходи. Ох, і лохматий. Ох, ти лохматий. Друг. Пішов. Глянь, як хорошо тепер виглянув туди. І все. Наплівать. Щось так пахне добре, Лена. Привіт. Сашуня йде гуляти, да? Ні, я Лена. Тільки прийшла. Що тут уже спить?
здрасте, Вовочка. Боже, сколько лес, сколько зим. Ой-ой-ой, так мы сегодня в тур. На рыбалке были в Афинах, а здесь сегодня мы в Грузии. Посмотрите, какие хачапурятки. Вовочка, это ты робай, Вова? Нет. Так як це не, Вова? Кричали женщины браво. Я сегодня взял. А что у вас, это сыр туда, да? Это еще что-то будет делать. А, так еще. Лена, сколько ты их нарубила? Глянь, сколько их. Вареники. А я тоже там селедку принесла. Открывай тушенку и открывай сразу. Банки забирай, Ленюсь. У меня банок не есть. Забираю. Почетні гості з Сашою сидимо. Дивиться, Вольдемарчик крутиться, всі крутяться. А там дуже закрито. Та лук открий. Тушонку ж открий. Все, гори. А лук открий? Так, тушонку відкрили, ж лучок відкрили. Так, це... Ось що твоє. Ні-ні-ні, я. Бутербродів. Це, мабуть, Сашуня робила. Ні, я. Ти? А що ж Вальдемарчик робив сьогодні? Та дрож перепитував. Балки, поняла, із хати. Вони ж лежать... Ось то, що в сараї було, так? Так, вони ж довгі, він їх попередив. Місто займають, а толку не було. Боже, слюна, ти ще слиш, я хочу. Та ножом підковерни. Ну, не вкривай. Чуєте? Угу. Хрустит. Угу. Алла закривала. Алуська закривала. Сила єсть, у мене треба. Та вони ж не виходять. Ну нормально. Давай гарячі. Нічого не треба. Тоді ти їсть, нема нічого розгоріти. Так, Вовка, з-поднизу так чуть-чуть, отак, щоб раз, чуть-чуть, щоб воно пшакне, і потім відкриваєш нормально. Навари ми. То лучок маринований, так? То таке тільки. Так, то ж чистила. Ребят, смотрите, что происходит. Вся семья. Збираники и ковальчики не могут открыть лучок, который я закрывала. Что ты говоришь? Ну, надо не хачапури. Да нет, дай ему той ножик меньше, что такой зубчик. Да, вот он такой сильненький. Вот это смех. Это закрыл. О, открыл, открыл. Чи не? А что, она прокручивается, не открывается. Тю. Короче, вы сейчас потелепаете, что с лука получится оливки. А ну-ка, попробовать надо. Все. Та вроде все. Трошки воду злий. А хто? А можна, можна поміняти? Сергій, сюди давай салат і рибу. О, так, хорошо, можна, тому що так, я... Ти поняв. О, так, спасибо. А де сельодочка тут шула? Ні, сельодка он. О, давай ти її кучу, а? Давай. Давай, вона не поб'є. Ні, не поб'є. І менше та його. Тільки у вас друга якась сельодка. Та це ж так. А, у мене ні. Гляньте. Можна попробую перша, тому що... Ну, ням-нямка. Вкусняшка? Да. Вкусняшка. Лінуся робить іще свіжі. Тут ціла куча. Сашуні приїде подружки, вона каже, хай будуть свіженькі. Смотрите, сука, що. І от вона робить... На сухих дрожжах, да, делала? Да. Я вже все розпросила. Вода, так? А, ти... По пол-літра води, 250 мл молока. А, ти багато, ти на 750 да. мл делала. Потім этот... чайна ложка солі, чайна ложка сахара, 2 столові ложки олії, масла растительного. А картинку нажив, так? І этот... І кілограм муки. Ага. То есть на 750 мл? Дві ложки дрожжей сухих. Чайний чи столовий? Столовий. Ні, ого. Замісила, півтора часа стоїть. Ага. Потім не перемісила, просто отак переділила. Ага. Півтора часа опять стоїть. Ага. Потом опять стоит он полчаса, разделаешь лепешки. А, то есть три раза ты, да? Три раза ты перемешиваешь тесто, да? Это, конечно, не ровно получилось. Ничего страшного. Ты же вытянешь лодочку. А вот тут что у тебя в начинке? Что ты в начинке? Ага. Сулугуни. А, я думала, ты сюда засовываешь. Не, не за... Нет, ну я делала. Якась... Вот первая вот эта большая, вот эта я засовывала. Ну вкусно было очень. Да, да, ага, ага. И этот, и... Подожди. Творог, сулугуни, потом твердый, сыр, надо моцареллу, моцареллы вчера не было. Ага. Потом желтки 4 штуки, чуть-чуть сливок. Ага. Вот, и все.
Ага. А в тебе последнє тесто? Да. А не багато чи нормально? Да? Нормально? Да. Треба, а що треба? Начинки? Ні, то ще й мало. Ми так зекономили. Тобто в ці ребра можна запхати, що ти можна хочеш? Можна так, бо взагалі хотів з м'ясом. Він просив, каже, можна таку фігню зробити тільки з м'ясом. З м'ясом, так? Да? Да. Ага. Ну, от, ковчег. Пливет, пливет. Ковчег. Так, Ольчик, тут на завтрак будем. Ого, хай Бог милый. Так там ночи на столе, дивись. Ну да, куда его дивимся? Дивимся, раз еще. Ну, очень вкусно, мы съели половину, просто замечательно. Все-таки, вот как-то я лично не привыкла на сухих дрожжах, а на сухих дрожжах вкусней. А какую ты фирму брала дрожжи? Львовский наш. Сухий, да? Да. Ага. А, ты на фольге выпекаешь? Ну, я, да, листик не хочу портить. Угу, понятно. Вот, как раз разложила. Ага. А сколько температура в тебе? Ты... 240. Ого. Да. И сколько ну, вообще написано даже с этим, с паром надо. Ага, конвекция с паром. То есть можно под низ поставить, ну... Да, ну, у меня с паром есть функция. То, а, в тебе есть, да? Да, у кого нема, я ага. Ставить это. Я вам напишу под этим видео рецепт, потому что... Подходите на у тебя или нет? Не-не-не. А уже все, да? Булку, да? Ага, все. Ты ничем края... А что это яйцо, красиво? Яйцо. А, смазываешь, да? Это же яйцо было. Не знаю, я не ела яйца. А потом за пару минут, через за минуту выбрасываешь туда желток, да? Да, да. И минутка, и все. И масло потом. У густики у тебя желток. Часто а так? Это же берут, я все придумала. А где моя кисточка? Не знаю. Вот она. Уже мастера там налаживают. Лена просто мыла телевизор и что-то сделала, что все в одной рамке. А теперь ну, мужики вот стоят, налаживают. Ну, это же такое дело. Ну, люблю я мыть, что ты сделаешь. Да, да, это точно. Вот, смотри, как все блестит в театре. И это кухня уже сколько? 12 лет? Да. Ну вот. Нигде, ребят, вот смотрите, вожу, нигде нету. Видите, вообще. А? Ревизор может приезжать. А, да. Ты уже нагрела. А что у тебя за сковородка? Воды нальешь, а туда? Не-не-не. Я без воды. Я ж включу пар. А зачем сковородка у тебя? Я тут просто убрала. Нифига себе. Ну, у Лены хорош. Как это называется? Бош. Бош. Она любит сильный бош. А духовка вверху. И, короче, через сколько минуточек? 15-20. 220, да? Ого. 240. Ого, 240. И вот такие красавчики у вас получатся. Ну, красавчики. А это только желток или... Не, желток и масло сливочное. Ну, желток это, да? Да, да, да. Ну, тут, конечно, можно штрей, это по желанию. Можно, да. Да, по желанию. А яйца домашние? Яйца домашние. Спасибо, Ленусика. Да, спасибо.